Всем привет, с вами снова я, Ведьмак, и продолжение игры Deus Ex. В прошлой серии мы начали свою уже четвертую миссию по счету, если я не ошибаюсь. Нас направили в Гонконг. В общем-то, прошлая серия у нас была мирная, мы занимались тем, что шарились по своей штаб-квартире, собирали патроны, потому что патронами нас не снабжают, по крайней мере, в достаточном количестве, и приходится выкручиваться, как получается. Бедняжечки. Вот. Поэтому мы прошвырнулись по кабинетам, собрали все, что смогли найти. И теперь вот должны были выдвинуться в Гонконг, но наш пилот отвез нас в Нью-Йорк повидаться с братом. Вот, а там у нас... Блин, закрыто. Печально. Там у нас был Пол. Ему плохо, потому что его отключили, так сказать. То есть отключили его нано-превращение и нажали вроде как кнопку самоуничтожения. Нет. Я этого не видел в прошлый раз. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот, Полу плохо, он, похоже, умирает, но он попросил нас разобраться здесь с кое-какими делами. Найти штаб-квартиру террористов, НСФ, и найти там доказательства того, что существует заговор против людей. Это, видимо... Это датчики или бомбы, интересно. Но проверять мне не хочется. Что тут, папиросы? Это, видимо, можно взломать, чтобы отключить. Я сейчас не знаю, честно говоря, зачем я сюда пришел. Пум-пурум-пурум. Что ж, ну давайте осмотримся, раз уж пришел. Ну что ж... Блин. Что за хрень? Да, как всегда, физика в этой игре меня поражает. Но не будем слишком уж потеряться. Все-таки игра очень старая. Хорошо, куда это мы придем таким образом? Так это контейнер, который я видел много раз. И даже думал, может быть, открыть его. Но оказывается, здесь вот оно что, да? Ладно. Ладно. Значит, будем взламывать систему управления безопасностью. Я так понимаю, она отключилась. Хорошо. Свет. Продвигаемся дальше. Что тут есть? Возможно, здесь враги. Мне очень не хочется тратить на них свое вооружение нелетальное. Но я думаю, в случае чего придется. Кстати, у нас улучшение. То есть мы можем просто-напросто использовать его для улучшения, да? Баллистическая защита. Так, чтобы улучшить, чтобы улучшить. Улучшение невозможно. Ну, логично, в общем-то. Устойчивость к среде, сила. Или получаемый урон. Или шум предмета. Давайте это лучше. Будем двигаться бесшумно. Аки Бэтмен. Так, это враг? Нет. Здравствуйте. Сигаретки не найдется? Контрабандист. You must be JC. Да. How do you know my name? I heard about your brother in the NSF. Is he still in New York? Yeah.
He's in some trouble. Yanatko's got this place nailed down. He's dead if you don't get him out of the city. Maybe I can help you out with some hardware. Бесплатно, надеюсь? What? I have an extended handguns and rifles for 1500 credits, a range weapon mod for 2400, and a napalm canister that fits most flamethrowers for 2250. Расширитель обоймы? Не, чувак. Херня всякая. Мне, блин, патроны нужны, вы чё? Зачем мне расширитель обоймы, блин, если я так-то не могу ничего сделать? Ой, ух уж мне эта игра. Интересно, как здесь на сложном играется. Наверное, вообще просто жесть. Понимаю, что я многое упускаю и вообще неэффективно играю, но все же. Может быть, здесь где-то есть запись. Как открыть эту дверцу? Наверное, зеркало-то двигается, я так понимаю. Ну, давайте вскроем и посмотрим. Я, конечно, трачу мультитулы на это, но хрен с ними. Ну да. Ну да, ну да. Хорошо, что я не стал у него ничего покупать. Итак, все досталось. Обойма. Обойма. А, да здесь, в общем-то, мне ничего и не нужно, да? И продать я никому. Вот что самое напряжное. Это понятно, что по логике событий здесь, в общем-то, нелогично, что агент вдруг начинает барыжить товаром. Но все же. Логика, логика, я... Возможность как-то обмениваться товаром, приобретать то, что нужно, она бы не помешала игре. А то я живу на подножном корме просто-напросто. Что получается достать из ящиков там или еще откуда-нибудь, то и... собираю. Ладно, с одной загадкой мы разобрались. Это куда? Какое-то там говнище, что ли? Что это внизу? Оу, это интересно. Так, я вижу. Вижу. Автомат. Тихо. Спокойно. Давайте сохранимся. Мне стало интересно. Гадина. Так. Дубль 2. Да ну как? Блин, а. А если включить термоактический камуфляж, интересно? Атака! С третьего раза получилось. Не знаю зачем. Угу. А там что? Непонятно. Здесь закрыто, и здесь закрыто. Да что за жизнь-то, а? Все у вас вечно на замках. Не доверяйте вы людям, не доверяйте. Ну блин, ну вы запарили, а? Ну давай взламывать все. Что делать? Да иди ты нафиг. Доступ куда я хоть получил-то? Понятно. Ой, ё-моё, нет, я понимаю, это можно пройти. Но с какого раза у меня это получится или нельзя? Ай да хер с тобой. Почему он не работает как щит? А? Это же логично. Прикрылся трупом. И идешь себе. Давайте, знаете что, пробуем взломать это место. Эту панель точнее. И чё? Ага, выключились. Замечательно. Ох, кошмар какой-то, а.
А у меня скоро инструменты кончатся. Так-то. Кстати, мы же уже давно ничего себя не улучшали. 3000 всего накопилось. Ну, не густо, надо сказать. Я надеялся на большее. Давайте подождем и улучшим потом себе электронику. Куда я попал вообще? Это что за трупы тут? Что это за место? Я не понимаю. Тут какой-то ад творится. Ящик. Трупы. Кто это? Что это за люди? Почему они умерли здесь? Ну, это круто, конечно. Камуфляж нам никогда не помешает. Но... Куда я иду? Вот это вот куда ведет, например? Сгрузка. Где мы из этого... А! Ну, ясно. Это, конечно, прикольно. Но я здесь еще не закончил. Блин, так здесь был более простой путь, чем тот извращенский, по которому я прошел. Тяжко. Тяжко. Да ну не нужны мне 10-миллиметровые патроны. Ну что вы такие звери-то? Я, блин, жду, когда мне дадут. Ага, можно, значит, повернуть. Да хрен бы я знал, кто здесь пользователь. Давай, 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 быстрее взломайся. Повернуть мост. Безопасность. Доступ к двери. Состояние двери открыто. Какая дверь, не знаю. Но, я думаю, открытая дверь лучше закрытой. Так. Ну, давай уже, ползи внутрь. Ха. Ага. Класс. А взломать это можно? Да, было бы чем. Гранаты у меня, к сожалению, нет. Да. Ой-ой-ой. Блин. Где эта хрень? Давайте включим защиту, что ли. Трупы какие-то, блин. Ау. И зачем я это сделал? Вот объясните мне. Почти убился зазря. Бред какой-то, короче. Зачем я сюда спустился? Нафиг. Я думал, здесь можно что-то, блин, сделать. Хренушки там. Да ё-моё. А может внизу что-то есть? Да нет. Не знаю, какое-то странное место. Возможно, сюда нужно будет пойти как-то по сюжету. Но пока что это... Трата времени получилась. Иди, да выйдет. Так. Давайте отсюда, короче, выбираться. Здесь ловить нечего. А, все-таки надо повернуть мост, да? Матрица! Крус, ты как по воздуху бегаешь? Ну, ладно. Прошвырнулись по каким-то каналам непонятным. Собрали немножко всякой няшки. Всякой няшки. Но у нас Пол говорил про какую-то... О, раньше это было закрыто. Давайте сюда сходим. Про какую-то штаб-квартиру НСФ, куда можно пробраться. Я думал, что это путь был туда, но похоже, что нет. Кто?
Зелененький. Зелененький человечек. Ага, секретик. Уйди. Коробка слишком тяжелая. Ну да, конечно. Понятно. Что тут? Наверное, напалм. Нам любят напалм выдавать. Патроны 762. Ну, не лучше. Тоска. Да, проходить эту игру по-мирному куда сложнее, чем просто шмаляя. Ура, батарейки. Вся игра просто прям говорит о том, что убивай всех. Что скажешь? Had to pack a few things. What's going on here? Damage control. The NSF got their hands on some pretty sensitive material. Probably had something to do with my two-faced brother. Nothing we can't clean up. Mind if I take a look around? Go right ahead. Хорошо. Радует, что не пришлось его там, не знаю, убивать. Так, почему-то отключился опять. Бамп-мэппинг, не знаю. Да я его каждый раз включать. Уйди. Уйди. Аптечка. Хорошо. Что-то у меня опять инвентарь забит. Надо бы потратить. Обойма. Ну, давайте сюда применим. Отдача. Отсюда. У нас винтовка слишком сильная. Отдача. Какой-то новый уровень. From the satellite dish on the top of the warehouse. If you're unable to hack the computers up there, you'll need the instructions and account information Lebedev sent me. One of our agents who tried to send the runoff left the data cube in a secret area below the garage. Look for a hatch under some boxes. A computer on the third floor can unlock the hatch. Вот ты болтливый. Вы не против, да, ребят? Видимо, нет. Защитный костюм. У меня их уже два. Два термоматических камуфляжа и два бронежилета. Давай-ка меня подзаряди по полной. Так, как всегда, смотрим по сортирам на тему секретных панелей. Обязательно заглянем в женский. Ага! Ну я же говорил, здесь все спрятано в женских туалетах. Прям вообще все. Это явно такой прикол от разработчиков игры. На тему того, что нормальный человек не станет заглядывать в женские туалеты. А вот ненормальный, типа меня, обязательно посмотрит. Левел 2. Видимо, для неумеющих считать до двух. А, возможно, наш ключ подойдет сюда. Нет. Отсюда. Уйдет. Закрыт там. Just look around. Think UNATCO be handing out assault guns if funding was left of the UN? Well, the uniforms. If it wasn't for Simons, we'd still be wearing those little white helmets. Yeah. He's what they call a philanthropist. Acts this file? Yeah, all of it. The whole directory. What I want to know is what he gets in return. Don't you know what a philanthropist is? Yeah, like Nietzsche. No, a philanthropist. Giving to charity. Oh. Здрасте. That's why he volunteered for FEMA, to help out after Hurricane. That's a lot of money to just give away. Так. Я думаю, здесь делать нечего. Может попробовать взломать эту дверь, но я лучше пока поищу. Вокруг, может быть, ключ найдем. Это было бы удачнее. Не хочется мне больше отмычки тратить. Зазря. Так, третий этаж. А, нет, все-таки здание большое. Зря я ругался. Думал, здесь 2-3 этажа. Ой-ой-ой. Что там такое? Медицинский бот. А, ну, в принципе, можно туда заглянуть, достать все, что нам нужно, а потом полечиться. А, но проще, да, включить там вентиляцию. Там слишком жарко, видимо, да? Газ холон в компьютерную комнату, чтобы предотвратить возгорание.
Газ Халон. Я не знаю, что это за газ. Но мы его удачно выключили. Но что здесь есть? Зачем мы сюда пришли? Ту-ту-ду-ду-ту-ду. Нас никто не видит. Бум-пу-ду-бум-пу-ду-бум. Видимо, это тот терминал, про который говорил наш брательник. Так, дверь откроем. Камеру выключим. Турели здесь нет. Ну, ладно. Люк мы открыли. Это хорошо. Больше тут мы ничего... Череп. Прикольно. Футбол! Да, у меня никакой... Как это назвать? Не испытываю чувство благоговейности перед трупами. Почему? Ну вы же не против, да? ТНТ. Если я сюда зайду, вы мне будете стрелять? Нет? Ну и пошли в задницу стрелять. 5-10-миллиметровые. Они как будто надо мной издеваются. Да, я тут командир тебе. Слушайте меня. Все пошли вон. Тик. Граната. Я тебе сказал, пошел вон. Патроны, которые нам не нужны. Дверь, которую я не открываю. Чё тебе надо? Алло. Ты просто патрулируешь или за мной ходишь? Патрулируешь. Какой-то непонятный монитор. На подставке. Больше похож на фоторамку. Так, давайте сохранимся и ломанем компик. Да. Хотел бы я также взламывать компьютеры. Просто зашел так. Я не понял, что делать. Чтобы получить доступ, бла-бла-бла. Откройте люк в гараже, возьмите логин. Да зачем? И секретная комната под этим люком, затем используйте передачи на крыше. А как? Непонятно. Давайте посмотрим разговор. Пол. Сигнал со спутника тарелка. Не понял. Я все понимаю, но... Давайте этот посмотрим. В принципе, нам не нужно логин это собирать. Достаточно просто... Просто взломать. Ибо у нас взлом неплохо прокачан. Послать сообщение. Сигнал об эвакуации послан. Да, но... Ой, походу меня спалили. Точно. Не понял, почему на меня начали нападать? Как они узнали о том, что я что-то куда-то посылаю? Так, собственно, куда должны быть направлены тарелки? Объясните мне, я просто не понимаю. Сейчас мы загрузимся просто. Все тарелки правильно настроены. Правильно это как? Куда они должны смотреть? Объясните мне. Ладно, давайте загрузимся.
Потому что получилось не так, как я хотел. И давайте сходим вниз. Там мы получим логин, пароль к управлению этой тарелкой. И тогда, если мы зайдем в компьютер, у нас будет больше времени, чтобы разобраться, в чем дело. Пошел на задницу. Потому что, когда мы взламываем компьютер, я заговариваюсь уже, то нам просто-напросто не хватает времени для того, чтобы нормально посмотреть, чё кого. Да, вот здесь у нас люк. Тэч! Ау! Да, эта игра просто помешана на секретных комнатах. Прям, блин, Гарри Поттер какой-то. Шучу. Железный ящик. За ним ничего нет. Так, извиняюсь, мы тут звонили. Эк, ну что ж. А, давайте посмотрим, может быть, у нас ключ есть? Нет. Какой-то мы ключ поднимали, но он явно не от этой комнаты. А, да. Вариантов немного. Либо ломать отмычки, либо ломать мультитулы. Как обычно. Терминал компьютера безопасности. И что здесь? NSF на фоне полосатого флага. Так, камеру выключить, дверь открыть, или нет? Это что за дверца? Да ну блин, ну вы запарили, а ну сколько можно-то? Сплошные двери, сплошные замки, блин, бесит уже. Реально как-то надоело. Так, ящик. Главное, не взорвись. Может быть... Блин, он сейчас как упадет сверху и взорвется, вот будет весело. Блять. Комната дверей каких-то. Ничего здесь нет. Ну, хер с вами. О, бог ты мой! Сплошные, блин, защитные системы. Взрывчатка. Нет, я больше не могу уже на это смотреть, а. Капец. Как они сами-то здесь ходили, а? Это ж кошмар просто. Представляете, что вы здесь занимаетесь чем-то, какими-то там задачами. Вам нужно пройти, вот, блин, 30 метров по этому коридору. И чё? Да вы же убьетесь просто, напросто. Ладно. Несмотря на то, что мне интересно, что там происходит, я туда не пойду. Так, теперь мне гиперсложная задача. Нужно перепрыгнуть лазер. Да, толку-то. Эх! Да я же просто гений. Я вернулся туда, откуда пришел. К херам. Уходим отсюда. Логики в этом туннеле я вообще не увидел. То есть... Вот же он, получается. Как-то так, наверное. А, нет. Где-то же я видел эту комнату. Ну да, вот оно. Собственно. Да, но мы же так и не получили логин к спутниковой тарелке. А это мы уже взламывали. А, ну да. Дверь открывали. Так, осталась одна неизведанная дверца. Где-то здесь. Что, потерял же ее. Нем-нем. Черт ногу сломит в этом здании. Да, вот это вот. Так понимаю, ключом не откроется. Давайте сохранимся. И будем ломать. Ну как ломать? Ковырять дверь. А потом она
Внезапно откроется, пусти меня, ящик. Да уж. И все? Да ну, блин, надоело. Бессмысленно какая-то... Да, нафиг, давайте загрузимся. К чертям собачьим я в эту комнату не хочу. Так, ну, что сказать. Логин мы так и не достали. Короче, люк, возьмите логин. Здесь нет логина, алё. Ребятки, здесь вообще ни хрена нет. Я даже просто-напросто отключу все это. Просто, чтобы посмотреть, есть ли тут логин где-нибудь. Бляха-муха. Бери. Да и к херам, блин, надоел. В чем смысл этого туннеля? Объясните мне. В чем смысл, чтобы его минировать таким образом, блядь? Пройти из двери в дверь, что ли? А, это чтобы попасть в эту комнату обходным путем. Ох. Ну, разработчики, блин, наковыряли ходов. Как в кротовой норе просто. А толку-то, толку? Я попадаю в эту секретную комнату, там ни хрена нет. А, наверное, я что-то втыкаю просто-напросто. Не знаю. Ладно, давайте завершать серию. Я сохранюсь. С вами был Ведьмак. Прохождение замутерной миссии в Deus Ex. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, приходите еще. Всем пока. Какая-то дверь тоже. Может быть, ее взорвать можно? Да, можно. Ну, на этом веселом моменте я с вами прощаюсь.